Новое пространство для творческой молодежи ТОК или Твой открытый коворкинг открылось в центре Владивостока. Здесь можно проводить встречи, конференции, дискуссии, мастер-классы и обучающие занятия. На открытии побывал глава Владивостока Константин Шестаков. Мы постарались сделать так, чтобы вам это было в первую очередь полезно. Полезно, и вы смогли свои творческие инициативы реализовать в нашем городе чуть легче, чтобы у вас была всегда возможность прийти, ну, такой, наверное, там, свой дом, где вам всегда были бы рады, где вы могли бы рассчитывать на то оборудование, которым могут апеллировать, но только, ну, не знаю, там, профессиональные ребята. Поэтому теперь у вас здесь все есть, о чем можно было мечтать. Все организационные работы и масштабный ремонт помещения взяли на себя Управление по делам молодежи и Молодежный ресурсный центр Владивостока. Здесь также создана студия с качественным профессиональным медиа-оборудованием для записи интервью и подкастов, создания контента для соцсетей. Всем этим могут пользоваться как начинающие, так и более опытные блогеры и СММщики. Мне очень интересно это пространство, именно как проведение каких-то интересных мероприятий для того, чтобы делиться с молодежью своими знаниями. А также мне очень понравилась подкастная, она просто прекрасная, мечтаю теперь записать свой подкаст. Конечно, здорово, что в нашем городе появляется такое пространство, в котором можно будет делать качественный контент, плюс еще при помощи профессионалов, место, где можно проводить лекции и вообще встречаться с молодежью. Я очень рад, и у меня большие планы, да, на использование этого места. Также свои проекты готовы продвигать молодые экологи, зоозащитники, волонтеры, КВНщики и многие другие. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.